Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У нас сегодня вторник, 10 января уже. Не успели оглянуться, как уже 10 дней Нового года прошло. У нас в Чикаго сейчас 7:30 утра, в Москве 4:30 дня. Ну, а в Таиланде, откуда нам с нами на связи Анна Ласточкина, ведический астролог. Здравствуйте, Аня. Здравствуйте, у нас 8:30, уже совсем вечер. Рада снова быть в эфире. Да, а мы как рады. Вот здорово. Ну что ж, мы сегодня продолжаем беседу о знаках зодиака, и следующий по последовательности у нас знак – это рак. И, наверное, может быть, немножко вспомним про каждый знак и да. Пойдем дальше. Да? Да, по традиции мы начнем опять сначала. Я напомню, что знаки зодиака расположены в определенной последовательности, это не просто так. Через знаки зодиака можно видеть эволюцию любого события, любого существа. И мы начали разбирать зодиак с первого знака, со знака Овна, который связан с инициацией, с началом, с очень большим выбросом энергии, которое должно быть достаточно для того, чтобы пройти весь полноценный цикл 12 этапов. И дальше мы разобрали знак Тельца. Это знак, связанный с качествами заземления, когда нужно зафиксировать какой-то элемент, зафиксировать наше начинание и поработать в определенных рамках. Далее мы посмотрели знак близнецов, близнецы, связанные с актом коммуникации. Это энергия двойственная, когда идет раздвоение понятий, раздвоение всего чего угодно. В нашем теле это выражено как раздвоение в плечевом поясе, как это называется, да? Раздвоение. Да, когда мы имеем уже две руки после того, как началось все с головы, потом шея, телец и близнецы руки. И теперь мы переходим к четвертому этапу эволюции. Это знак рака. И связан, как мы можем догадаться, он с грудной клеткой. То есть то, что идет дальше у нас по телу вниз. Грудная клетка, грудь сама по себе. Женская грудь, женская энергия, да? Да, женская энергия, женская грудь, наполненная молоком, это вот связано с, эти вещи связаны со знаком рака. Какие у него основные характеристики? Прежде всего нужно вспомнить, что это четвертый этап. И если мы представим себе четверку геометрически, то мы увидим квадрат, то есть четыре стороны. И квадрат нам напоминает дом. Убежище какое-то. То есть это четыре стороны, которые защищают наше внутреннее пространство. Так вот, знак рака очень тесно связан с этим понятием внутреннее пространство, все то, что внутри. И дальше мы можем это развивать. Наш домашний очаг, наша мама, которая нас рождает и опекает в самом раннем детстве, вот, и дает нам чувство защиты. Защищенность и защита связана со знаком рака. А дальше все, что связано с жидкостями, потому что это водный знак. Это первый водный знак в этой эволюции. То есть мы начали с Овна, огненный знак, огонь, инициатива, искра. А дальше пошло заземление, земной знак Тельца, дальше воздушный близнецов, потому что это коммуникация, это воздух, это информационные потоки, которые нужно разносить. И далее по следующий этап эволюции из воздуха рождается вода. То есть вот этот переход между воздушной и водной стихией, он знаменуется рождением грозы. То есть сочетание воздуха с этим потенциалом, когда прольется вода, он связан с понятием грозы. И здесь, на экваторе, где я проживаю, в тропиках, да, вот, как раз начинается во время, когда солнце в раке, начинается сезон дождей. То есть это всегда было, и начинает все заливать водой. Это когда? Когда? Какой период? Какие месяцы? Солнечное, это солнцестояние летнее.
То есть с летнего, со времени летнего солнцестояния начинается сезон дождей в тропиках. То есть это июнь, 21 июня, да? Июля? Да, где-то в это время, да, вот с лета начинается. Ну, это астрономически. Конечно, в разных областях там может сдвигаться куда-то в зависимости от климатических условий, но астрономически вот именно вот этот переход от воздушной стихии знаменуется вот этими проливными тропическими дождями. И знак рака связан вообще с водной стихией, с любой водой. Его можно сравнить с другими водными знаками, которые идут далее. Еще водные знаки — это скорпионы, рыбы. Так вот, рак связан с чистыми водами, с водами, которые проливаются на нас, и с водами, которые собираются в водоемах, достаточно таких просторных, чистых, желательно еще теплых. Да, то есть знак рака связан как-то с понятием теплоты. Теплоты в плане климата и теплоты в плане сердечной теплоты тоже. То есть мама, уют, домашняя жизнь. И связан со всеми жидкостями, не только водой как таковой, но с любой жидкостью, в которой растворены питательные вещества. Молоко связано с раком. Да, связано. И рак связан с питанием. Так же, как и знак Тельца. Телец — это больше как вот начальный этап. То есть то, что мы едим, вообще пища в целом. А рак — это пища, которая нам дает такое насыщение, уют, чувство радости. Вот когда нам нужно, например, успокоиться женщину, да, мы едим. Вот это вот это значение, когда пища удовлетворяет. Не просто мы там что-то едим гурмански. Гурманство связано больше с знаком Тельца, а вот такое вот удовлетворение от пищи со знаком рака. Ну, типа, например, это могут быть какие-то ведические блюда, да? Может быть. Вот мне почему-то сейчас возникло, что типа кичери. Это могут быть, да? Да, любые блюда, это могут быть такого лунного характера. Если мы возьмем уж в диетологию углубимся, то это блюда, связанные с рисом. Если злаковые мы разбираем, это рис. Он все-таки с энергией Луны. И надо сказать, что раком управляет Луна. То есть это Луна. Если Меркурием управлял, близнецами управлял Меркурий, то, что мы говорили в прошлый раз, знаком рака управляет Луна. И что такое Луна? Луна — это переменчивость в эмоциях, да, прежде всего, это женская планета. Луна связана с нашими циклами женскими тоже. И какие качества рака менее позитивные, да, вот скажем, негативные бывают качества рака, да, то есть у нас не бывает так, что что-то одно хорошее, что-то другое плохое. Вот есть качества, которые связаны со знаком рака, и они считаются, ну, мы их воспринимаем как нежелательные в себе. Это повышенная эмоциональность, нестабильность ума и невозможность разумно принимать решения без влияния эмоций на принятие нашего решения. Это, конечно, самая основная проблема. Вот, допустим, мы берем человека, у которого в гороскопе, скажем, несколько планет попадают в знак рака. Или это восходящий рак, то есть восходит на восточном горизонте созвездие рака. То есть это человек, который уже предрасположен к таким вот к повышенной эмоциональности. Это может быть как плюс, так и минус. То есть этим нужно уметь пользоваться. И такие люди идут в органы опеки, либо в любые предприятия, любая деятельность, связанная с тем, чтобы опекать, кормить, оберегать других людей. То есть им очень это подходит. Да. Они защищают. Ну да, понятно. То есть это знак, который что-то хотела сказать, но не помню. Давай продолжим. Затмение нашло. Да, это знак, который связан с женским началом, именно с энергией оберегания других и кормления, питания. Еще также негативной стороной рака можно назвать лень. Лень — то есть нежелание что-либо делать. Противоположностью рака является козерог.
То есть он стоит ровно напротив и как бы комплементарно дополняет вот на этой оси своими качествами вот этот знак. То есть если мы перегнем палку, и у нас очень много, допустим, в гороскопе, в нас вот этой водной энергии, энергии рака, то мы будем достаточно расслабленными людьми. То есть мы, это расслабленный человек, который потакает своим эмоциям, и чтобы уравновесить, нужно помедитировать на качество Козерога. Или, или привлечь партнеров с этими качествами. Козерог — это знак конкретно работы, четкой структуры, четкого выполнения заданий без всяких вопросов. То есть это знак, связанный с карьерностью, то есть с карьерным ростом, иерархией. Связан с элементом Земли или нет? Да. Да, с элементом Земли он связан. Это земной знак, а рак — это водный знак. И между ними все время происходит на этой оси баланс. То есть если мы уйдем в одну сторону куда-нибудь, вот в данном случае в знак рака, то мы будем очень такими нестабильными, ленивыми, потакающими своим эмоциям, и невозможно что-либо сделать. В принципе, такой должна быть женщина. Да? То есть мужчина действует, женщина, чистая женщина. Ну, таких не бывает, конечно, чтобы вот вообще только одна энергия рака у человека была. Но это очень женская энергия. И у кого есть в гороскопе проявлен очень сильно рак, это женщины, такие женщины, они женственные. То есть они пассивные, они опекающие, оберегающие, и очень хорошие матери. Это материнский знак, материнства. Я хочу только сказать нашим радиослушателям, которые только что подсоединились, что мы беседуем с Анной Ласточкиной, которая с нами на контакте из Таиланда, она ведический астролог, и мы сегодня разговариваем, мы сегодня беседуем, Анна нам обещает о пятом, да, это уже пятый знак зодиака или четвертый? Четвертый знак зодиака, водный знак рак. Вот, ну хорошо, хорошо. А с какими же... С какими же знаками совместим рак? Совместим. Ну, если мы говорим о том, чтобы найти человека, похожего на себя, то нужно брать, например, знаки одной же стихии, такой же стихии. То есть это водные знаки. Но совместим в каком плане? Такие люди друг друга понимают, это философы по жизни. То есть люди, у которых проявлена водная стихия, рак, скорпион, рыбы, это люди, которые интересуются самыми разнообразными знаниями. Вот первый водный знак, рак, а в чем там задача? Раскрыть сердце. Это знак браминов. Между прочим, в раке экзальтирует Юпитер, планета, связанная с учителями, со священниками. И для того, чтобы изучать, ну, скажем, даже веды изучать или изучать какое-то духовное знание, нужно сначала раскрыть сердечную чакру, потому что это не знание, связанное с какими-то фактами определенными. Это знание связано с образным мышлением и с большим сочувствием, и с пониманием, скажем, с чувственным пониманием природы, вообще природы этого мироздания. Следующий водный знак — это скорпион. Скорпион отличается от рака существенно тем, что рак представляет нам защиту, то есть какое-то место, где нам не страшно, где нам хорошо, уютно, тепло, ну и сыро тоже, ну то есть теплая ванна, да, скажем, вот это вот конкретно рак. А скорпион — это тихий омут, то есть это то место, где мы проявляем бесстрашие, ныряем глубоко, так глубоко, где можно даже утонуть. И это темные воды, воды, связанные с глубоким проникновением в суть вещей, познание своей самой низшей природы, когда мы хотим найти в себе дно. То есть это страшный знак, это страшная вода такая. И дальше вода у нас есть такая возрождающая, или даже можно назвать всеобъемлющие воды. Это воды, связанные с рыбами. Это вот если мы представим, что рак — это озеро, то рыбы — это океан, то есть это все воды, вот это все, что у меня за спиной, вот весь этот океан можно описать через знак рыб, то есть это все, что объединяет всю Землю, такая общая философия. Это три знака философские. И если, например, вы находите партнера, у которого проявлена эта водная стихия, и у вас проявлен знак рака, то вам есть о чем поговорить, то есть вам есть что поведать друг другу. Это считается хорошим сочетанием.
у всех знаков, вот этих всех знаках развивается такая сердечность, чувственность и философское познание мира. Но всегда есть «но». Если человек не пользуется своими возможностями там куда-то идти, по, допустим, по, допустим, развивать себя как священник, да, или развивать себя как учитель, как брамин, как философ. Или как, да, философ. Допустим, человек не интересуется, что дают эти водные знаки. Склонность злоупотреблять токсичными веществами, растворенными в воде. Ну, то есть это склонность к алкоголизму, первое, что дают, да, потому что алкоголики — это нереализованные философы. Ну, это, в принципе, то же самое. То есть это тяга к расширению сознания, которая проходит немного другим путем. И любые психотропные вещества, любые попытки как-то уйти от этого мира, да? От мира и соединиться с Божественным, потому что, в принципе, это то же самое, наркотики — это попытка куда-то выйти в нирвану. Каждый, ну, и можно в нирвану разными способами выходить. И можно быть затянутыми в совсем-таки не очень так приятный опыт вследствие этого. То есть это тоже нужно. На самом деле, если ты слышала про вот церемонии, которые проводятся в Перу, когда вот пьют вот эти вещества, и, в принципе, у нас есть места, где это делают здесь, даже в Бразилии, и очевидцы говорят, что, в принципе, это помогает очень. Во многих случаях помогает соединиться вот с каким-то высшим «я» и продвинуться в своем духовном развитии. Что вообще на самом деле неплохо, если этим не злоупотреблять. Да. А в Бразилии даже говорят, что дают вот выпить это роженицам, и у них тогда роды проходят просто вот на раз. Никаких проблем, все очень быстро и замечательно. Да. Но знак рака связан с процессом деторождения, и вообще водные знаки связаны с процессом деторождения. Рак — это когда мы растим ребенка внутри, предоставляем ему защиту. И скорпион связан конкретно с родами, с этим тяжелым процессом, когда нужно пройти трансформацию. Ну и знак рыб, он тоже, конечно, тоже связан. Это юпитерианский знак, это любовь ко всем детям, как бы материнство в вот таком высшем аспекте, как мать Тереза или, ну, любые духовные женские личности, которые покровительствуют человечеству. Да. Но рыба — это уже совсем такая вода в плане человечества. То есть да, глобально, все, да, все очень глобально. Это уже очень глобально, да. Хорошо, начинаем. А вот я, да, я прошу прощения, я тебя перебила. Если поговорить, то нам нужны рядом водные знаки, если это рак, то какие-то другие, чтобы пофилософствовать, пообсуждать. А с кем бы хорошо было так, чтобы вот по жизни идти, там, партнера, я имею в виду, мужа, жену, супруга, с каким знаком земные, лучше? Земные, конечно же, да, потому что нужно этим людям все-таки заземляться, что тогда эти люди, они, которые являются партнерами людей с ярко выраженным раком, эти люди будут делать дела, давать какую-то почву, стабильность для человека. Но, опять-таки, это женские знаки могут быть, допустим, это, ну, скажем, козерог, да, или дева — земной знак, то есть это женские знаки. И еще бы хорошо огонька, то есть вот такие огненные, чтобы делались дела. Я могу привести пример, карту, как я ее вижу в голове, Стивена Кинга, который пишет ужасы, да, и много фильмов. У него очень сильно проявлена водная стихия в карте. То есть у него в Скорпионе много планет, он восходящий рак, и в Раке, по-моему, тоже какие-то планеты есть. То есть вот эта вот водная стихия у него проявлена. Философ, он преподаватель изначально. И он писал свои ужасы под воздействием также психотропных веществ, но он все скидывал в мусорный ящик. То есть для него не было, у него не было никакого резона куда-то ходить, публиковаться. И только его жена,
вытащила какую-то там повесть или, не знаю, какой-то ужас из этого мусорного ящика и отнесла в редакцию, и после этого он стал знаменитым. То есть иногда таким людям нужен толчок со стороны или хотя бы кто-то, чтобы оценил то, что они делают, потому что они могут писать в стол или в мусорную корзину, или, ну, куда угодно, да. И у него действительно, у него в карте нет огненных знаков, то есть огня совершенно нет. То есть взять и что-то сделать, вот этой инициативности. Ну и, видимо, было у жены вот это. Вот такая комплементарность сыграла свою роль, и о человеке узнали. Mm-hmm. Да. Замечательно, очень интересно. Ага. Мы говорили о том, что этим ракам соответствует, этим ракам, что водным знакам, да, соответствует какие-то водные пространства. То есть... это какие-то территории, где обязательно вода должна быть? Да, ну рака, если да? мы говорим о том, где хорошо этим людям, да. то, конечно, этим людям хорошо рядом с водой. Они там больше раскрывают свой потенциал, потенциал своей личности, им там по физическим характеристикам очень хорошо. Кстати, многие восходящие раки страдают таким заболеванием, как астма. То есть у них с грудной клеткой могут быть проблемы, если есть поражение в гороскопе. И переезд в теплый климат морской как раз-таки это вылечивает. Также у таких людей могут быть панические атаки и разный невроз, потому что все-таки это Луна, и это колебание умственное, это напряжение может быть, если есть в гороскопе поражение. И опять-таки переезд в теплую страну, к морю, дает выздоровление. То есть настолько сильно на них влияет среда, на раков вообще среда обитания очень сильно влияет. То есть есть, конечно, знаки менее чувствительные, но вот для них это очень важно. И омовение. Омовение, то есть когда они купаются, моются в конце дня, для них это тоже очень важно, потому что лунные типы, они очень сильно притягивают к себе эмоции. То есть они за счет них питаются, они собирают негативную энергию, и для них очень важно мыться. Ну вот если мы говорим о восходящем раке, да даже если у вас луна в раке, ну если рак проявлен, то очень это нужно. И если мы говорим о странах, куда лучше, да. вот конкретные страны. Ну, Голландия находится под сильным влиянием рака. Ну, мы можем понять, почему, потому что там много воды, там каналы, там Амстердам, там такая среда. Швеция, Новая Зеландия. Ну, Новая Зеландия еще потому, что там вот это питание, коровы. Она и с тельцом связана, и с раком она связана. То есть это молочные реки. А если мы говорим о США, я вот город могу назвать точно, где есть очень много энергии рака, это Майами. Я как-то составляла карту Майами, ну, именно когда этот город возник, и оказывается, четыре планеты во время утверждения этого города стояли в знаке рака. И тропики, и там очень много каналов, и вот вся вот эта атмосфера, она вылечивает людей, которым это нужно. Ну да, это туда очень много ездят людей, это штат Флорида, там тепло. На самом деле очень многие пенсионеры, когда вот люди, которые работающие, уходят на пенсию, они, ну я имею в виду из Чикаго, они живут зимой там, а на лето приезжают обратно в Чикаго, то есть покупают дома, и вот так вот таким образом и живут. Ну и Таиланд тоже частично, но именно прибрежные зоны, где есть вот, где много моря, где можно купаться и где тепло, ну здесь везде тепло, все тоже связано со знаком рака. Хотя Флорида, говорят, вообще вот если взять так астролог, связано само со знаком Козерога. Сама вся Флорида, как штат. Только но именно город Майами. Да, но город Майами, вот прямо его возникновение, прям точно они попали, вот очень много рака. То есть, если человек, у которого рак в хорошем положении, или наоборот, в плохом, если он будет жить в Майами, то у него могут проявиться его качества больше, да? Можем так сказать? Человек расслабляется, а если он расслабляется, то у него больше потенциала. Вот так. То есть... раков нужно расслаблять. Это такое вот это правило.
То есть, если вы видите у человека много планет в знаке рака, он, во-первых, такой вот может быть гиперзаботливый, да, вот, и если он попадает в среду, где это сильно эксплуатируется, он начинает себя сам загонять. То есть этому надо дать, этого покормить, и ему нужно помыться, расслабиться, сесть в джакузи, посмотреть на закат, как солнце заходит в воду, на Луну тоже посмотреть. Ну, то есть таким образом человек получает силы. А если он получает силы, то он себе раскрывается лучше, лучше свои качества. Ну, на самом деле это относится, наверное, ко всем людям, ко всем знакам, что нам необходим баланс. Ну, важно понимать, кому больше и в каком состоянии, да. Ну хорошо, да, мы обо всем поговорили или еще что-то? Ну, в принципе, да, мы обо всем поговорили. Можно, конечно, сказать еще про то, что раки бывают разные. У нас же знак это 30 градусов эклиптики, 30 градусов зодиакального пояса. И в зависимости от того, в какой сектор рака попадает планета, мы тоже можем сказать, что качества бывают разными. То есть раки бывают очень белыми, пушистыми, а бывают очень даже жесткими. И от чего это зависит? У нас есть деление гороскопа на накшатры. И вот внутри знака рак мы можем выделить три накшатры. Это Пунарвасу, Пушья и Ашлеша. И если у вас планета попала в начальные градусы рака, то она будет в накшатре Пунарвасу. Такие люди оптимистичны. То есть это такой заботливый рак, оптимистичный, любящий детей. У него много философских идей. Вот эти раки больше всех любят философствовать, разглагольствовать, искать новые идеи. То есть они такие прям вот учителя-проповедники. Если в середине знака рака планета находится, ну или да, ваш восходящий градус Лагна туда попала, то у вас уже, соответственно, другая модель поведения. Там проявляются такие защитнические функции рака. В раковину залезть, и чтобы никто не трогал. Такой протекционизм по отношению к другим людям. Они более традиционные, они ценят более других семейные ценности. Вот им нужно, чтобы все было как в старые добрые времена. Накормить, позаботиться, напитать, все, чтобы было. То есть там оптимизма меньше, чем в предыдущем. И третья часть рака — это уже совсем раки, которые находятся в процессе большей трансформации. Вот между раком и львом, мы это обсудим потом еще более подробно, очень сложный переход, то есть там называемый, это переход между водной и огненной стихией, он всегда очень сложен. Он называется на санскрите ведической астрологии Ганданта. То есть, если туда попадают планеты, они там уже далеко не такие мягкие. То есть, они действуют очень жестко. И вот эта последняя часть рака, она связана с ядами, с фармацевтикой, с этими жидкостями, в которых растворены химические вещества, с увлечением не самой полезной пищей. То есть вот это уже такой рак, он спиритуалист, он мистичен, он постигает уже глубины психики. Это психологи, психотерапевты, гипнологи, вот уже с этой частью. То есть нужно еще смотреть, в какую из частей попала ваша планета. Они будут по-разному немножко себя проявлять. То есть не все раки одинаковые. Да, не все раки одинаковые. Конечно, намного. Последние, у них даже задача впустить яд, впрыснуть яд в ситуацию, чтобы вскрыть там какие-то проблемы. То есть они достаточно такие циничные. И не просто дети, там цветочки и обучение только таким позитивным вещам. То есть они идут по жизни через трансформацию. Ну хорошо, замечательно. Спасибо большое, Аня. Скорее всего, на следующей неделе мы прервемся со своим рассказом о знаках зодиака. У нас есть сюрприз небольшой, надеюсь, это все получится. Мы будем объявлять на Фейсбуке. Все передачи записываются, вы можете прослушать все передачи и про знаки зодиака, и все остальные на
на нашем канале в YouTube задавать вопросы. Ну а сегодня мы прощаемся. Ане спокойной ночи. Ну а всем остальным хорошего продолжения дня и всего самого доброго. Спасибо вам, хорошего дня. Счастливо, спасибо. До свидания. До свидания.